С Днем Ангела, дорогие именинники! Слава женщины – это ее дети. Если же дети ее хороши, то это двойная слава. Вообще материнство – это высшее призвание женщины. Именно в нем раскрывается душа женская и находится как раз все сокровище ее жизни. Сегодня мы расскажем о двух женщинах, которые прославились материнством, которых звали одинаково – Анна. И само это имя означает в переводе с еврейского «Божия благодать». Первая Анна – это мать Пресвятой Богородицы. Будучи благочестивой женщиной, она очень детей желала, однако Бог и не давал их аж до старости, выжигая подобным искушением из ее души всякую гордость и превозношение. Она была замужем за благочестивым Иоакимом, и они вымолили себе дитё на старости лет, и дитё это обрадовало не только эту чету престарелых супругов и праведников, но возвеселило это дитё весь мир, потому что родили они Марию, Богородицу, которая впоследствии стала небесной дверью. Через нее к нам сошел Всевышний. Вторая Анна – это мать пророка Самуила, жившая задолго до Анны, матери Богородицы. Мать пророка Самуила была замужем за человеком, у которой была еще одна жена. Ведь в те времена многоженство было, в общем-то, распространено, и ничего в этом не виделось предосудительного. Вторая жена ее мужа имела детей. У Анны же утроба была заключена. Это была причина ее большой скорби. Она молилась Господу о том, чтобы и ее узы неплодства разрешились. Однажды Анна пошла в храм Божий, в Силом, и сильно молилась Господу. Первосвященник Илий смотрел на нее и подумал, что она пьяна, потому что губы ее шевелились на молитве, а вслух она ничего не говорила. «Доколе ты будешь молиться здесь и не вытрезвишься от вина своего?» – спросил ее священник. «Не пьяна раба твоя», – сказала ему Анна, – «но я изливаю душу перед Господом». «Иди», – сказал ей священник, – «и даст тебе Господь то, что ты просишь». Она родила сына и назвала его Самуил, что значит «испрошенный». Своего сына она отдала при храме воспитываться, и впоследствии он вырос в великого пророка Божия Самуила, который помазал на царство первых царей – Саула и Давида. После этого Господь отверз ее утробу, она родила своему мужу Елкане еще трех сыновей и двух дочерей. Как видим, обе женщины прославились чадородием, обе женщины родили великих людей, и имена их означают то же самое – божественная благодать. Сегодня материнский день, а потому мы можем пожелать вам, дорогие мамы, чтобы вы правильно воспитывали своих детей, не разнеживали их чрезмерно, приучали к труду, а обязательно молились за них, давали им добрые примеры, подражали во всем святым матерям прошлого. Кроме носящих это чудное, благозвучное, священное имя Анна, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Степана и Софрония. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.